Устраивать юным десногорцам фольклорные праздники – давняя традиция сотрудников музея. Они провели для школьников развлекательную программу под названием «Капустник». В старину в этот праздник устраивались посиделки, гости приходили друг к другу и помогали заниматься засолкой капусты. И это занятие превращалось в настоящее веселье с шутками, приговорками и песнями. Начался праздник на улице. Дети отгадывали загадки, играли в русские народные игры, водили хоровод. Ребятам показали, как в древние времена рубили капусту сечками в деревянных корытах. В каждом доме имелось такое корыто, которое ни для чего другого не использовалось. Капусту мяли солью, затем тщательно толкли пестами. После игр ребята зашли в зал краеведческого музея, где все напоминает старинную русскую избу. На столе хозяйка праздника – капуста, один из главных продуктов питания наших предков. Школьники открыли для себя много нового. Думаю, им было тяжело, потому что не было никаких магазинов. И они все делали сами, выращивали капусту, квасили ее, укладывали на зиму. Я сюда пришла, потому что я хотела узнать, как люди в древние времена развлекались и готовили капусту. Мне, честно говоря, очень понравился праздник и различные игры. Все очень хорошо, у меня хорошее сегодня настроение. В завершении праздника ребята отведали угощение – пирожки с капустой. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.